В стенах городской библиотеки номер 4 праздничное настроение. Всеми любимому заведению исполнилось 25 лет. С юбилейной датой поздравить дружный коллектив работников пришли завсегдатаи библиотеки и почетные гости. Вы бережно храните лучшие традиции библиотеки. Воспитание книгой – это ежедневное великое творчество. Примите сердечные поздравления с замечательной датой в истории библиотеки. Позвольте пожелать вам всегда оставаться в поиске нового, ежедневного счастья, общения с людьми и книгами. К празднованию дня рождения коллектив подошел креативно. Концертная программа посвящена уходящему году, который совпал с годом кино в России. Поэтому происходила своего рода съемка фильма о дорогой и любимой городской библиотеке номер 4. Вы уже все поняли, что вы присутствуете на съемках фильма «Нам 25». Но вы не только зрители, вы и жюри наши. Поэтому после съемок фильма мы ждем вашего мнения. Приятного просмотра. Посещение библиотечного зала и любовь к книге для многих считается хорошей семейной традицией, которая передается из поколения в поколение. У нас есть читатели с первых дней, которые ходят еще, уже старенькие, пожилые. Дети их, внуки, и уже, наверное, даже думают, скоро будут правнуки. В детском отделении, возможно, даже уже есть такие детки. Праздничная встреча не обошлась без теплых воспоминаний и разговоров о былых временах, когда библиотека номер 4 только появилась в 8-м микрорайоне города Одинцово. Мы когда пришли, здесь, в общем-то, пустые стены были. Вот, и стали свозить из тех закрывшихся библиотек, которые района, и еще и Киевского района города Москвы, я оттуда пришла, вот, свозили книги. И вот книги были еще в пачках, и уже появились у нас читатели. До сих пор библиотека живет активной и насыщенной жизнью. Здесь каждый день можно найти занятия по душе. В стенах заведения проводятся познавательные беседы, исторические и краеведческие уроки, чаепития. Двери библиотеки открыты для всех желающих и неравнодушных к книге. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».